собрался на этом митинге для того, чтобы поддержать курс на коренное переустройство России. Мы должны победить на июньских выборах, чтобы подтвердить правильность выбранного нами пути. И мы победим. Да здравствует 1 мая, праздник весны и труда. Демократия и социальная справедливость должны навсегда укорениться на российской земле. Две стоят за 90, 6 тысяч. Вот, вот сейчас все. Сейчас пойдет, да? Да. Мы за ним пойдем? Нет, не за ним. Нет всегда пустых мест для свечей. Здесь всегда вспоминают и поминают тех, кто ушли, тех, кто не с нами. Ничего, ничего. Все, они ушли.